Всем привет. Продолжаем проходить нашу эпопею. Так. Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Отлично. Блин, суперспособность на него не так не использовал. Так. Бегу сюда. Сучок сканирует. Ну чё там, сучок? Мой друг, выходит, что зефы интересовались датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Датамир. Что там отыскать древние гробницы на Зефа? Так. Банк данных, выцвешивая что-то там, не успел прочитать, ладно. Нам сюда. Обратный путь должен быть короче. Такс. И что ты предлагаешь? Так. Бежать до туда. А здесь что у нас? Да, пойдем сюда лучше. Ой. Так, еще чуть-чуть. Блин, обалдеть. Так, а зачем здесь Лиан? Так. Прыгай!
Успел, офигеть. Что это такое? Здесь джедай изучал ту сферу, что наверху. Я чувствую его восторг. Все, они остановились, отлично. Тормозим, тормозим. Так, теперь мне как-то надо залезть. Только как? Блин, эти лазейки вообще капец. Как напрягает. Все, завалили. Необходимо починить щип адаптера. А как его починить? Понятно. Так, надо обратно вернуться, получается. Вот сюда нам надо. Так, окей, а как? Пробежать? Прыгнуть туда, что ли? Все, понял. Ага, понятно.
Так. Неужели нам сюда? Ага, там я внизу был. Понял. Оп, ящичек вон какой-то лежит. Лежит. Как мне его? Пробраться туда надо как-то. Ой, привет. Что, новый друг? Блин, вот это бы как-нибудь опустить. Мост. И нифига не работает. Я чуть не свалился оттуда. Тоже ничего не работает, ладно. Походу нам сюда. Офигеть, блин. Чуть не свалился, думал, сейчас свалюсь. Так, так, так. Изначально был, я понял. А? Сейчас сюда еще зайдем, посмотрим, что там внизу. О, привет, малыш. Все понятно, тут ничего. С этой сферой делать тоже что-то непонятно, ничего. Так, у меня задание вернуться на корабль. Ага, вон меня ждут на корабле. Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, беде один, это Грис. Привет. А это что? А ну брысь! Прочь! Прочь, Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один, наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патолли? Нет, не знаю. О, и не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев. Я так и знала. Ох, Кордова дуралей. Ты знала его? Да. Давным-давно. Я его ученица.
Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем о Богана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас, у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще я наговорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден Джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой. Сера, ты чувствуешь силу? Да. Но я не открываюсь, а подавляю ее. Договорим позже. На какую планету? Сюда нам на Зефа. Итак, Зефа. Грис, ты не думал освежить обстановку? На Богомоле? С чего вдруг? Не мешало бы добавить картин на стены, чтобы глаз радовался. С каких пор ты любишь искусство? Мне оно всегда нравилось. В юности я изучила все образцы, которые были в архиве джедаев. Их ты тоже критиковала? Я ими восхищалась. А когда стала искателем, увидела некоторые вживую. В галактике столько культур, и у каждой есть свои уникальные предметы искусства. Это потрясающе. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны. Если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись. Безупречно.
Гризи может, детка. Но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи.